Весна пришла, а вместе с ней проснулись и дворовые дрифтеры. Если вы перемещаетесь на собственном авто, будьте бдительны. Почему? Сейчас увидите в рубрике «По пути». Все-таки северяне – народ бесстрашный. Снег превращается в лужи, на дорогах хоть фигурным катанием занимайся, но пешеходы продолжают бегать в неположенных местах. Вот как здесь, например. А некоторым водителям не мешало бы пересдать экзамен на права. Иномарка с красивым номером должна прижаться вправо, но ее хозяина почему-то неудержимо тянет к разметке. Обычно в нашей рубрике показывают гонщиков, а здесь все наоборот. Серебристый автомобиль чуть ли не крадется по дороге, хотя впереди – достаточно свободного места. Интрига разрешается на перекрестке. Оказывается, водитель не успел занять свою полосу, чтобы поехать прямо. Хотя это ему никак не помешало все-таки нарушить ПДД. Кое-кому на дорогах явно не хватает воспитания. Ну, видишь ты, что водитель неопытный, так зачем демонстрировать свое превосходство и тем более подрезать? Ситуацию не спасает даже включенный поворотник. Сдается нам, что дело пахнет опасным вождением. Когда на дороге появляется новичок, в смысле кто-то неопытный, все вокруг почему-то теряют терпение. Простоять на перекрестке пару лишних секунд для этого водителя, наверное, слишком унизительно. Поэтому он давит на газ, не считаясь с административным кодексом. Поехал по делам и дважды чуть не попал в ДТП. Вот первый раз, когда навстречу вылетает кто-то, ну, очень торопливый. Проходит пара минут и еще одна щекотливая ситуация. А еще через минутку тот же регистратор фиксирует третье нарушение. Машины выезжают на перекрестке, когда светофор уже мигает желтым. Непорядок. Кстати, про выезд на перекрестке. Вот очень спорная ситуация. Большой и тяжелый транспорт заехал на него, когда светофор горел для него зеленым. Но впереди образовалась большая пробка. Хотелось бы, чтобы этот случай прокомментировали специалисты, ведь он далеко не единичный. Место под этими знаками пусто не бывает. Новая неделя и новые, вот так совпадения, недешевые машины. Владельцы бюджетных авто прячутся во дворах и паркуют на тротуарах. Но от информаторов рубрики «По пути» не спрятаться, не скрыться. Они снимут всех, даже лихачей, гоняющих по дворам, в которых, между прочим, люди ходят. Увидели нарушение? Присылайте фото и видеоулики на редакционный Viber или WhatsApp. Мы обязательно их покажем. Соблюдайте дорожные этикеты, помните, за вами наблюдают. Юлия Пегушина, телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24».